пошла, значит, в это время погас свет. Вообще отключился. Я вышла. А ты уже включила воду? Воду не помню. Я зажгла свечку в комнате у себя. У меня был магнитофон такой старый, Днепр 9. На нем лежали кассеты, целая куча. И подсвечник стоял. Я зажгла свечку. Потом думаю, пойду посмотрю, а может быть только у нас на лестнице. Смотрю, вышла в коридор, зажгла другую свечку и пошла на лестницу. На лестницу смотрю, там темно, значит, у всех подсветки. Ну ладно, я вернулась. В это время зажегся свет, и я пошла мыть посуду. Минут 20 я ее мыла, если не полчаса. Значит, наконец помыла, потом, простите, думаю, ладно, перед ванной зайду в туалет. Зашла, вдруг слышу, Лера, Лера, какой-то бег, а у меня коридор длинный, старая квартира, да, и ветка сестра бежит, слушаю, Лера, Лера, думаю, господи, ну в туалете уже нельзя сидеть, кричит, она туда побежала, обратно побежала, Лера, Лера, я сижу, думаю, говорю, так, как будто пожар прямо. Потом я решила выйти. Смотрю, да, пошла к себе в комнату, захожу в комнату, а в ней свет горел, да, а тут все черное, ничего не видно вообще, абсолютно. Но, оказывается, пожар действительно, и по стене ползет пламя вверх. Ага. Я, значит, думаю, что делать? Вызывать пожарную или побежать воды набрать, заливать? Это все, кстати. Да. Все же побежала воду, стала наливать, она как на топ, что-то холодное нет, течет одна горячая, и медленно, бегом с ведром обратно, а пламя уже по стене, там у меня картины висели какие-то. Маслом. А это уже все в пламени. Ну вот, успела. Плеснула все же воду. Да, вообще почему ничего не видно, все черное. Ну, в результате, я открыла форточку, да, а папа сидел в это время в комнате, смотрел телевизор, поскольку он уже плохо слышит. И он там сидел, наконец он выходит из комнаты, а мы стали бегать, собирать все эти, сбрасывать все, что обгорело. Я открыла окна, дело 20 января, зима, открыла окна настежь, дверь на лестницу, немножко чернота стала рассеиваться, стала поступать лампа. Бегать с котом. С котом? Да, с котом они вышли поинтересоваться. Я, значит, его прогнала в комнату с котом, закрыла там, на советской стали бегать. В общем, кое-как. Тут начали слышать двери на лестнице хлопают, соседи стали выходить. Сколько времени было? Времени соседи стали выползать. В чем дело? Из окон еще дым, отсюда дым. Вдруг слышу, ну уже немножко рассеялось, все так, мы уже успокоились немножко. Тут слышу, соседи идут, поднимаются. У меня соседи, там кинорежиссер, идут, он говорит, сестра выскочила, он говорит, что это у вас такое? Она говорит, у нас был день рождения у папы. Он очень остроумный, говорит, ну повеселились. И пошел наверх. А его жена заходит, я говорю, смотри, на стене уже такая огромная, знаете, все сгорело до вот этой обрешетки. Огромная яма такая. И вот вместо жена его и говорит, ну, ничего, не расстраивайся. Надо вообще подходить философски. Хорошо, что вообще все не сгорело. Сами живы остались. И вот с тех пор я, да, уже прошло сколько. И Несса, это чья жена? Жена, вот режиссера. Она очень тоже остроумная, говорит, нет, ну она серьезно так говорит, надо подходить философски, говорит, хорошо, что не все сгорело. Она в основном, наверное, имела в виду, что до них не дошло. Ну вот и я с тех пор вот эту вот
подходить философски, и как-то мне стало легко от этого. Действительно, думаю, ведь хорошо, что не все сгорело, и все живы, и кот не обгорел. Спасибо. Он все порывался войти. Хорошо. Спасибо, Лера, за историю такую интересную. Скажи, пожалуйста, а ты тогда испугалась? Естественно. Вот мои первые чувства, знаете, растерянности, что делать, главный вопрос возник, что делать? То ли звонить, ну это же пока наберешь туда-сюда, да, время. То ли бежать самой гасить. Угу. А пока я туда с водой бегала, уже картина сгорела на стене. А что сгорелось-то? Сгорелось? Так, подожди секундочку.